Доброта спасает мир. Чтобы поверить в добро, нужно начать делать его. Эта известная фраза принадлежит великому писателю Льву Николаевичу Толстому. С детства родители стараются прививать детям добро. Для этого они читают сказки, где хорошее всегда побеждает плохое. Главные герои сказок всегда необычные персонажи, главным качеством которых является доброта. Дети, наблюдая за любимыми героями, получают первое представление о добре и зле. На примере сказочных героев можно больше понять о вреде дурных поступков, извлечь урок, чего иногда невозможно добиться разговорами или объяснениями. К сожалению, люди не всегда понимают, что они делают зло. Тут может влиять неправильное воспитание или общество, окружающее человека. Может ли человек прожить жизнь, не совершая дурных поступков? Наверное, нет. Но главное даже не в этом, чтобы не совершать их, а в том, чтобы осознать свои ошибки и извлечь из них урок. Люди должны помнить, что каждый из нас может оказаться в трудной ситуации. Если ты не совершаешь добрых поступков, возможно, около тебя в нужную минуту не окажется друга, готового протянуть руку помощи. Еще хуже, когда человек делает добро ради своей выгоды. Такие поступки он совершает не от чистого сердца. Надо делать добро и не ждать за это вознаграждения. Добрые поступки будут ненастоящими, если их совершать по принципу «ты мне, я тебе». Добро нельзя купить или продать. Добро должно быть бескорыстным, и в этом его главная ценность. Человек должен испытывать счастье от совершения добрых дел. Только тогда его поступки исходят от чистой души. В настоящее время существует много организаций, которые оказывают помощь нуждающимся. Таких людей называют волонтерами. Они выполняют свою работу не ради денег, а ради улыбки и солнечных глаз тех, кому ты нужен. Это люди, готовые делиться своим теплом с другими, готовые отдать частичку себя, не требуя ничего взамен. Волонтер – это человек, который несет веру в добро, надежду на будущее и любовь к окружающим. Мы все должны брать с этих людей пример, ведь сделать жизнь лучше может каждый из нас. Каждый может отдать старые книги, игрушки или вещи в детский дом. Каждый может помочь бездомным животным. Каждый может собрать продукты или деньги для нуждающихся. Все в наших руках. Мы можем сделать мир лучше. Делайте добро, и оно обязательно к вам вернется. Thank you.